Я ходил, и он тоже ходил, Магомед тоже ходил. Ставили мы метку, ну, час где-то 8 сантиметров, 10 сантиметров, вот так поднимался за час. Они закрыли все эти шлюзы, поднимали воду. До такой степени, что поднимется вода, даже никто не верил. На самом деле это был террористический акт, можно сказать. Те, кто это сделали, я их называю террористами. Так они и есть. Я их посадил на месте убийства и огородил это место и сделал там сад. Мы же через них едем в Махачкалу и возвращаемся оттуда же. Там же все видно. Все было затоплено, да. Это из-за ГЭС. За ГЭС их затопили.